стоит такой камень в память о писателе Чо Мюн Хи. Наверное, какой-то кореец. Ну вот такая территория здесь. Вот такая вот красота здесь. Фуникулер был запущен, я так понимаю, 5 мая 1962 года. Длина пути 183 метра. Перепад высот между верхней и нижней станцией 66,5 метра. Угол 20 градусов. Пушкинский театр, там вон Пушкин стоит, фигура Пушкина. Здание Восточного института. А вот из этой арки выходили красноармейцы в фильме «Владивосток 1918». Есть такой художественный фильм. И вот они вот так вот выходили в том направлении, красноармейцы. Там цирк Владивостокский.